Ну, а еще Минобороны России, наконец, показала миру тайное оружие Кремля. Его фотографию разместили в календаре на 2019 год. Увидеть можно на официальном сайте ведомства. На фото курсантки военных вузов, которые без промаха стреляют глазами. К слову, этот календарь с элементами армейского юмора стал предметом горячих обсуждений в интернете. Январь, например, украшает передвижной ракетный комплекс с подписью «Доставка грузов в любую точку мира». Доля шутки определенно есть и во фразе «От некоторых женщин сносит голову» под фотографией девушки с винтовкой. Или вот, например, фото закамуфлированных военных с подписью «Российские подснежники».